После 60 лет существования Еврокомиссии ее впервые возглавить женщина, передает Евроньюз. Урсула фон дер Ляйен отбирала летом лучших кандидатов от стран-членов для своей команды. Одна из ее целей – добиться гендерного паритета. Фон дер Ляйен хочет, чтобы в высшем органе исполнительной власти ЕС было как минимум 13 женщин, включая ее саму, что на 4 человека больше, чем в комиссии Юнкера. В Еврокомиссии также должно быть уравновешено количество западно и восточноевропейцев. Новому председателю предстоит сложная задача по распределению портфелей. Особенно важные из них – это сельское хозяйство, цифровизация, экономика и финансы, торговля, региональное развитие, юстиция и верховенство права. Во второй половине сентября отобранных кандидатов заслушает Европарламент. Они могут и не стать еврокомиссарами, если депутатов не устроит их программа, репутация или поведение. Некоторые страны страны не торопятся с представлением в Еврокомиссию своих кандидатов. Бельгия назвала своего министра иностранных дел Дидье Рендерса в минувшие выходные дни, а итальянские и французские имена до сих пор неизвестны. Решающее голосование состоится к концу октября, так что новая Еврокомиссия вступит в должность к 1 ноября.